Ребята, привет всем! Канал Уделец Аквариума, я Дима, и видим еще одну посылку из города Ровно от Павла. Сейчас утро, 7:52, только вот забрал ее с поезда. Давайте распакуем, посмотрим же. Так, итак. Подставку, наверное, нужно взять. Опа. Так. Так. Я так понимаю, это вверх. Точно. Пошел пенопласт там все. Так, давайте глянем. Опа, открываем. Тут проложено все. Так. Розетка. И бутылочка. Так. Сейчас мы посмотрим, что же у нас в бутылочке. Аккуратненько вырезаем. Кстати, ребята, вот сейчас пока смотрите, оставьте комментарий, как вы думаете, что же мне приехало. Так. Итак, не достается, надрежем, смотрим. Так, а у нас тут, так, растение, что это нужно будет у Паши спросить, креветочки. Ну и главное, это номерные самые L181 и анцики вуалевые. Так, вот. Спасибо Павлу, сейчас будем адаптировать новых питомцев. Все доехало, все живы. Так, тут отлично все. Теперь давайте глянем, что же у нас вот в этой коробочке. Так. Друзья, а тут у нас культура гриндальского червя. Вот он. Вот, смотрите. Паша, спасибо тебе огромное. Будем разводить эту культуру и кормить своих рыб. Так, ну, в общем, на этом... Все, ребята, мне нужно собираться на работу. Видео для вас снял. Сейчас быстренько будем ставить на капельницу питомцев. И следующее видео уже будет с аквариумом, когда я их выпущу. Так, и вот они, 181-е самы. Вуалевые еще анцитрусы и креветочки. Сейчас креветочки поедут вот в этот аквариум. Ну, соответственно, анцитрусы вот сюда и самы. Так, креветки переселены. Одну с икрой
Я сюда поместил вишню, потому что она такая темненькая, вишневого цвета. Пусть будет здесь. Остальных здесь разместил. Ну и сейчас 181 пойдут и анцитрусы 200-литровый. Так, вот она бригада. Смотрим. Команды интересуются, а сомики не хотят выплывать. Так, надо им помочь. Все, пошли. Тут их ждет кусочек тыквы на десерт. Думаю, приживутся.